3 миллиона рублей на пандусы. Ровно столько в этом году потратят муниципальные власти на усовершенствование безбарьерной среды для инвалидов-колясочников. На эти деньги установят вспомогательное оборудование в 14 многоквартирных жилых домах областного центра. Объекты выбрали, исходя из заявок, поступивших в горадминистрацию. Для каждого будет подготовлен проект работ, который планируют выполнить до конца года. По информации соцзащиты, порядка 400 инвалидов-колясочников. То есть, в принципе, вот все они потенциально являются клиентами у нас. Но вот на сегодняшний момент мы работу определенную проводили в течение первого полугодия. Узнали люди о такой программе, и, соответственно, мы сразу получили вот обращение.